Привет-привет, друзья, с вами Saints, и мы играем в Overwatch. Сегодня нас ждет новая потасовка, как видите, все играют за солдатов. Да, это и есть суть новой потасовки, у нас нельзя выбирать другого героя, кроме как солдата 76, но это не все. Восстановление способностей уменьшено на 50%, то есть в два раза. Накопить ульту тоже тяжелее в два раза, хп всего 100 вместо 200. То есть солдаты дохнут очень быстро, стреляют только основным оружием, потому что КД на другом очень долгий. В общем, чисто такой шутерок получается, прям ну совсем шутерок-шутерок. Вот, сейчас мы будем пытаться что-то сделать. Не знаю, что из этого получится, но... Так, они тут здесь все. Так, ясно, отхил. Хорошо. Еще раз. Немножечко подгорели. Хорошо. И идем на перехват, конечно же. У нас есть. Есть. Готов, красавец. Надо аптечку где-то скушать. Давай, 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 давай. Отлично, вместе с товарищем нашим сцепились и хорошо их разобрали просто. Так, мы подгораем. Двойной. Здорово, друзья. 70 убийств пока. Воу-воу-воу-воу-воу. Тише-тише-тише. Спасибо. Так, подгораем немножечко. Ждем здесь КД. Есть. Так, тут наши там сражаются, надо было бы помочь. Ай-яй-яй, как он выжил? Офигеть. Есть. Воу, блин, бойцовая жаба. Там есть игрок с ником бойцовая жаба на русском языке. А уже нет, уже ливнул. Угу. Воу! Пару выстрелов в голову, и человек отваливается. Здорово так, слушайте. Так, ждем их здесь. Где сейчас кто-то прибежит? Отлично. Немножечко закемперили, но... Да и ладно, так. Ух ты, серьезно, спаривается? Все, или еще кто-нибудь? Команда, все, победа, друзья. Ух, это здорово. Так, 15 убийств, 0 смертей, 1000 урона. Ну что ж. Ух! Это здорово. К сожалению, накопить ульту вообще нереально, потому что она не накапливается за раунд, а в конце сбрасывается. Вот, но мы подгораем, и это здорово, надеюсь, сейчас у нас тоже что-то такое получится выдать, и потом еще мальчик запишем, может быть, даже два, потому что проходит все очень живенько и весело. Лично мне эта потасовка чертовски нравится, просто потому что я люблю шутаны, а многие игроки вообще играть, в принципе, в шутаны нормально не умеют, которые играют в Overwatch, они просто любят своих персонажей, там берут Райнхардов и прочих, и, ну, здесь не надо стрелять, и так уж точно, на самом деле, игра это позволяет, а здесь чисто точность решает, и это здорово, друзья. Так, ну что ж, поехали дальше. Надеюсь, сейчас у меня что-нибудь да получится. Так, 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 так. Что здесь? Ух ты. Так, ну понятно. Тут заливают вовсю. Надо откидывать себе ракетки. Объект активен. Ах ты ж, сволочь, ну да ладно. Так, они захватили, кстати, точку. Надо что-то сделать, пожалуй, бы. Так, есть у меня идейка, где здесь можно классно выйти, но... Если нам, так же, не встретят с ракеткой в лицо. Так, вот здесь вот сбоку, конечно, за этого мостика можно отлично-отлично всех снимать. Так, есть... Блин, зря я. Ну ладно. Так, и мы идем их
Встречать, конечно же, пока они бегут у нас. Понятно, понятно. Спасибо. Ой! На-на-на-на-на! Дотянул, дотянул, дотянул! Фух. Вот это я напрягся, конечно. Но у меня получилось. Есть. Яху! Разбираем, разбираем. 5 убийств. Отлично. Я почти не пользуюсь отхилкой, потому что, ну, ей тяжело отхилиться на самом деле. Ах, ты ж скотина, осталось от тебя совсем чуть-чуть. Вот бы я тебя разобрал. Так, 23 к 2, нормально. Надо сбоку, 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 идиот. Ты что ж ты так делаешь-то, а? Я еще жив. Слышно же, неужели даже играя в колонках, можно же понять, где там кто? Так, 72% у нас уже есть, сейчас они начнут отхватывать. Не, ну, пускай, пускай, мы еще покажем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну да ладно, так, отхватывают точку, да, наши там ничего не сделают. Ох, ну поскакали, ничего не поделать. Так, 89 к 36 сейчас получается. Так, обходим опять с... О, а что это здесь так прилетает? А, понял. Блин, серьезно. Ух ты. Ну, попал. Чисто рандом, конечно же. Так, одного забрал, двоих забрал. И бам, блин. Давайте, ребятки, там захватывайте. Они мертвы. А у нас же что? У нас криволапы. Так. 70% уже. Надо как-то... Скоро улететь, кстати, будет. С улететцом можно там обойти спину и всех просто выкосить за один ульт. О, захват есть, пошел, хорошо. Теперь надо было бы обойти... Этот мой. Хорошо. Победа, друзья. Вот накопил я ульт и не успел его использовать. Так, что там у нас? Кто как сыграл? Изи, чувак пишет. Можно подумать, что ты сделал для этого. Еее, мой лучший момент матча. Отлично. Здесь? Ну, блин, как скажете. По-моему, я делал моментики получше. А, просто 4 человека умерло. Так, объем исцеления. Вот, так я как бы лучше отыграл. Чё мне... Ну ладно, лайкаем чувака с медалями, пускай получает радость. Я 80 больше даже процентов матча был в ударе, а в итоге меня никто не лайкнул. Вот тупыри. Так, троечку за старание и переходим дальше. Итак, друзья, а вторая карта для нас — это башня Лидзян. Мы будем атаковать, захватывая точки. Здесь в этом, в этой потасовке только захват точек есть. А пока я расскажу вам пару маленьких винтов. Посмотрите внимательно сейчас на прицел. Он расширяется только после 4-го патрона. То есть этим можно пользоваться, делая примерно короткие очереди. Ну, в принципе, это весьма очевидно, но я видел, что многие этим не пользуются, а просто заливают даже на дальней станции большим сплошным огнем. Это неправильно. Так, пробегаем, пробегаем, пробегаем. Если успеем, сейчас выскочим здесь и, может быть, кого-то словим. Так, не я его забрал, но забрал, это главное. Так, хорошо, давайте-ка мы вообще обойдем. Там наш товарищ наверх побежал. А мы можем просто вообще банально их обойти со спины. Так, есть. Вот вблизи, конечно же, лучше травить просто сплошным огнем. Это определенно. Так, а здесь можно и посидеть, подождать. Почему бы нет? Кто-нибудь пойдет за птичками стабильно и так далее.
Черт. Ах ты ж, скотина, попал. Ну, наши держат пока вызовут по чуть-чуть. Так, хорошо, у нас золото, 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 это здорово. Так. Другой жизни отдохнул. Ну, всем сверху держаться вообще нельзя, потому что сольем. Черт, а я думал, что... Так, надо обойти. Есть. Нет, 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 я думал, здесь кто-нибудь выскочит. Что, нет, серьезно? Попал кто-то там. Ну ладно, ждем пока здесь. Ух ты. Главное, чтобы мы точку не захватывали, все остальное с нами будет в порядке. Черт. Ух ты, ё-моё, опасно так, как слышите. Ну, пока точку-то они не перехватывают, все в порядке с нами будет. Так, давайте обойдем здесь. Так, один готов. И еще один. Ух! Есть. Надо валиться, потому что здесь сейчас 6 будет. Ух, хорошо получается. Не путайтесь под ногами. Отлично, друзья. Ой! Есть, заберу, заберу, забрал. Напоследок. Победа в первом раунде сдалась нам, ну, весело. Мне очень нравится эта потасовка, но такая для меня прям подходящая. Я здесь чувствую, что вот рулю. И это, ну, думаю, без лишней скромности может быть сказано так. Какая странная. А, хилап. Это хилка. Это куртка. Не знаю, у меня вот такие вот торпедки сейчас в качестве принта. Да блин, ладно вам. 5, 4. Ну, не знаю, вообще куртки принтить, это как-то странно. Так, побежали. 100 хп пишут, что-то там я не успел прочитать до конца. И кто-то соглашается с этим утверждением, что это просто хп. Я вижу, многие просто тупо стоят. Так, вот добили там из тех, кого я стрелял. Странно. Так, 65. Ух! Прилетело, блин. Есть, 100 хп моих. Тоже мой. Отлично. Серия из 5 убийств. Я почти уверен был, что сюда в ракета прилетит какая-нибудь, нет? Готов. Ох! Красавец, тоже в ответ успел пустить. Лол. Да, он оценил это с маликом в чате. Так, 30% наши пока, мы горим, 17 убийств, здорово. Так. Накопить бы ультец, так, чтобы эффективно можно было завязать хоть разок. Ну там. Что, поспаривается, что ли, точка? Ничего себе. Вот же, блин, как я. Да ладно вам, знатно так умазываю. Что же я умазываю-то так? Нормально, успел. Фух. Захватываем, 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 захватываем. Ну давай, давай, да, черт, у меня КД было не зарядкой вообще. Да, ёлкиш. А было хорошо, конечно, но мы все еще горим. Так. Ну, я даже не против, чтобы они захватили, честно говоря. Больше поиграем, потому что мы сейчас опять легко выиграем. Пускай бы даже точку захватит вообще полностью в первый раз. И мы смогли там посражаться. Так, ясно, меня тут заливают, мы можем похилиться от хилки. Ой! Ах!
Олли. Олли-олли. Ну ладно. 4 смерти, 23 килла. Ну, не моих полностью, но моих там тоже хватает. Так, как бы это так выбежать повеселее? Есть те, кто поднимается. Так, ну понятно, ты чувак собирается. Окей. Оли тут бегает, жжет потихонечку. Нам сейчас есть КД нашей этой штуки. Ты. Ах ты, твою мать, ладно. 85%, кстати, была бы ульта, можно было бы войти. Кстати, ульта бы как? А ульта обрубается одним метким этим. Меткой ракеткой. И все. И. Привет, ну что, сейчас наши собрались там, я думаю, захватим в этот раз уже как-нибудь, если не втупим, конечно. Ну, вроде бы не втупим. Так, давайте-ка сюда. Так. Я не знаю, там ломится или здесь кто-то побежит. Коля готов. Пусть, кажется, еще кто-то пробежит. Есть. Привет, привет, Оля. Упал. Победа, друзья. 29,5. 3000. Круто, конечно. Ну что? Оли. Да, он тоже хорошо играл, конечно, чувак. Давайте посмотрим, что он сделал. Раз. А, ну, собственно, я с ним сражался, здесь меня забил. И еще одного нашего. Ну, тоже как и у меня не са. А, и четвертый еще измогло. Понятно. Да, вот мой счет. То есть штрих тоже забил. Опять участие в 43% убийств. Ну, извини, чувак, тебя к нему, это будет самолайк такой. Что ж, друзья, ставим троечку и уходим в следующий матч. Оп, друзья, нас закинули в Непал. Сейчас будем снова атаковать на точке. Так, что у нас есть? 15 секунд до старта. Выходим здесь и поскакали. Люди там в чатике, в общем, глобальном что-то ругаются на то, что бла-бла-бла, мало хп, Близзарды мудаки. Блин, ну, как бы криволапы. Понятно, что могут ругаться, типа, мол, тяжело все дела. Так не играйте вы в потасовку. Действительно, веселый режим для тех, кто любит пострелушки. Зачем лезть сюда, если вы не умеете? Не умеете, не беритесь, как говорится. Ну, так, отлично. Готов. Забираем, забиваем. Так. Отхилка. И ждем здесь. Ну, а пускай они там все... Оп, даже захватил кусочек. Так, есть. Еп, готов. Черт, я думал задену, но не задел, так и не задел, хрен с ним. Отличненько. Так, там еще клиент, вижу, высадился. Сидим себе пока набиваем фраги. Чуть-чуть лезть, если они тупят. Так, кого-то из противников только что выпили. О, спалили, мне кажется. А тут хпшка под боком. Спасибо. Задание. Нормально так вышло. Спустились, разобрали двоих, готово. По-моему, неплохо вышло. Немного осталось, держитесь. Да и хрен с тобой. Это так классно, друзья. Красно, классно.
Они что-то пытаются там сделать или нет уже? Все? Да нет, все на месте, я думаю, поливали уже. Кстати, смотрите, а точку отбирают потихонечку. Ой, двое, кстати. Ну, слушайте, ладно. Так, 11 к 1. Сейчас осталось отбить у них точку обратно себе. 99. Мое задание еще не выполнено. 10. Так, ну что, один раз буквально отбить, и все. И точка наша, и мы побеждаем в раунде. Можем ли мы здесь обойти и выскочить там, где нам нужно? Нет, не можем. Ладно. Так, хорошо. Здорово. Да пусть я... Ой! Нифига себе. Так, надо бы их похилить и сбегать. Давайте-ка подожмем их пока здесь. Победа? Победа. Там, кажется, еще кого-то успел 50 минут немножко настрелять. Так, здорово, первый раунд у нас есть, 14 к 1. И давайте второй раунд закончим победой. У нас будет 3-0, достаточно легких, но чертовски веселых, друзья. Так, блин, вот... Как Blizzard здорово сделали, а? Игра смотрится классно, с тяжелыми танками. Когда ставишь просто режим обычной пострелушки, она все равно классно смотрится. Это офигенный кор, конечно, у игры, просто отличное ядро для накручивания, что будет дальше вообще глобально, когда они начнут просто подготовки, выпускать сезоны, новых героев, карты и так далее, я думаю, будет просто очень-очень бомба. Так, мы выскакиваем. Здесь, а здесь, да. Да-да, ой. Блинский конь убил меня, собак. Ну ладно, хилься, наш товарищ. Надеюсь, ты сейчас его там добьешь. А нет, он наш убил, обалдеть, молодец какой. Так, стартанули мы, конечно, так себе. На командном плане, конечно. Я там кого-то забил, но это ничего нам не дало. Так, выскакиваем и обходим их сбоку. А-а-а, боль какая боль. Сволочь, сзади. Сейчас будем знать, что он там тусит. Ну, в принципе, по моему подобию старается тоже сидеть на подходе еще к точке, чтобы там выбивать. Точка наша. Здорово. Давайте мы тоже пойдем. Воу. Идите сюда, помогите клоунам подъезда. Дороги, или я за себя не отвечаю. Ну ладно. Эй, вы все, отключитесь. Попал. Иду захват объекта, помогайте. Я бы хоть не отказался похилиться. Ну, если можно похилиться, хорошо. Спасибо. Есть. Ах, охренеть просто. Что скажешь, дружище? Рукопашки его забодал. Но пока идет все, но тетелька в тетельку, мы так близко друг от друга по поинтам командным. Это здорово. Так, опять где бы выскочить? Давайте сверху в этот раз выскочим. Вполне может быть даже на ульту, наверное, собираю, если повезет. 1050%, а уже... Охренеть, откуда палят? Отхиливаемся и... Так, кого-то задело. Кого-то задело и забило. Ах ты, хренец просто какой... Обалдеть, что было сейчас. Ну давайте, забивайся ж ты уже.
рукопашкой. Отсылка. Спасибо. Так гораздо лучше. А, этот ау. Как его зовут? Аскулдс Гайден. О, господи. 74-74. Все очень-очень ровно. А у меня осталось буквально 16% до ульты. Объект нападают. Все туда. Ненавижу проигрывать. Все в атаку, живо. Ой, опасно. Так, готов. Блин, опасно, слушайте. Двойное убийство. Двойное убийство у кого-то? А, это подмогли тут немножечко. Черт, захват точки. Вы у меня в прицеле. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, давайте. Может быть, это нам даст победу. То, что я только что ульту успел заюзать и снял там. Ну, давайте же, ребятки. Ну, там же всего-то их ничего. Да, бежим. У противника тоже сейчас ульта была. Объект нападают, все туда. Вот же черт подери. Ай-яй-яй. 99-99. Ну что ж, тут решит, что тут решит уже, ничего тут не решит, все, это проигрыш. Они все копались там очень хорошо. Блин, проклятие. Ну ладно, друзья, 1-1. По счету пока. Что дальше? Так, 33-7. Очень весело. Фух, так. Это такой, блин, напряженный матч. Все на уровне. У них 2 человека горит, у нас 2 человека горит. 3 действия урона. 3 действия урона, это фактически вот 33 убийства. У меня суммарно нанес 3200 урон, то есть, соответственно, это 32 полных фрага моих. Так что, хелпов у меня не очень много, у меня в основном убийство. Так, здесь бежать, наверное, смысла нету, поэтому скачем лучше здесь. Побежали. Так, как бы сейчас не словить с первым делом ракетку в лицо. Так, а вот он словил, а вот мы не словили. Добейте его кто-нибудь уже, пожалуйста. Командное убийство? Отлично, по-моему. Так, надо... Давайте сейчас здесь станем, чтобы тот, кто вошел первым, тут же и остался. Отлично. Отхилимся пока. Так меня не видно будет, я не уверен, но надеюсь на это. Охренеть! Как я то... Вот это вот, друзья, самый эпичный фейл за все наши 3 матча. Я в упор не смог забить чувака. Блинский конь. Все так безнадежно. Ну ладно. Промазал ракетницы, промазал всем, чем только вообще можно. Ай-яй-яй-яй-яй, ну что же вы будете делать? Защищайте объект! Так, они захватили объект, у нас 49 к 2 пока, а я все еще горю, 36... Кстати, да, я не подумал, что когда считал убийство, что кто мог отхиливаться. Точно. Ну, там не сильно, на самом деле. Там добавить мне урона, но все равно. Такое место имело быть определенно. Так, надо здесь обойти их полностью сзади. Ого! Офига себе, там кого-то только что так... Офигеть как. Ну что, ждем здесь. Двойное убийство.
Здорово получилось, по-моему. Это хотя крестьянничество, конечно, в спину выбивать так, но... Митя, а что поделать? Ай-яй-яй. 80%, друзья, к 30 пока. Хорошо. Держимся. Держимся и горим. Ай, так стоп. Все нормально. Он видел, куда ушел. 90. 91. 92. 93. 4. 5. 6. И это победа. Все. Отлично, друзья. Мы выиграли. Чертовски веселый матч, я вам хочу сказать, получился. Фух, 45 к 10, отлично. Лучший момент матча. Так, тот чувак, который у них умеет играть, он ругается на свою команду, что они не умеют его слушать. А что у него там, помню, 44? Ну, помню, здесь, как вы знаете, не показатель крутости, а показатель задротства. Неплохо. Неплохо. Я не знаю, кто. Давайте мне. Ну еще пару лайков накиньте. Да, 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 еще лайк, еще плюс. Есть! Я первый раз получил легендарный стат. От твою мать, это так круто! Вау! Просто потому что других не было как голосовать, но я впервые сам увидел. Ура! Вау! Так, друзья, ну что ж, покидаем игру. Давайте откроем 3 контейнера напоследок. Я прям так взбудоражен. А, фигня, фигня, фигня. Это вообще на кого? На Уинстона. Ясно. Один в поле очень даже вой. О, это устраивает меня. Прикольная реплика. Так, граффити ангела. Да, у него сейчас отстойная граффити. Открываем следующий. Ну дайте золото. Ну дайте мне золото. Нет же. 150 денег. Точно, вот я вот попросил золото. Золото мне и дали. Я имею в виду легендарку. О, подождите. Я хочу, чтобы деньги сыпались с небес. Нет, не работает. Жалко. Последний раз говорю, я швед. Он швед. А я думал, какой-нибудь там немец или что-то. Торнбьерн. Хотя нет, подожди, немец. Скандинав. Да, точно. Это же больше скандинавская какая-то штука. Торнбьерны. А что это? Лучший момент матча? Ой, мне не нравится. Блин. Не-не-не, совсем не нравится. Не нравится? Не нравится, друзья. На этом заканчиваем наш эпичный забег. Ух! Надеюсь, вам понравилась эта игра. Я остался под большим впечатлением от режима потасовки. Если вдруг захотите, мы еще раз на нее пробежимся. А на этом я с вами прощаюсь и жду от вас лайка и подписки на мой канал. А я тем временем приготовлю для вас следующую серию. Еще услышимся. Пока!